Салам, братья и сестры. Всем привет, православные. Еду на барахолочку. Что-то у меня выросли усики. Покажу вам, что удастся купить или не удастся. Вчера, ребята, предложили несколько монет серебряных. Покажу вам. Еще будет ролик, принесли банкноты, я показал, и принесли еще там разные часики, шмасики, покажу вам все. Вот, так что ждите видосик, и у нас будет очень хороший пиар. Посмотрите, кого я вам новенького покажу. Здрасте, дядя Витя. Здрасте. А вы что, уже на сковородке перешли? Да. Подписчикам покажу, хоть пусть... Я не знаю, или это сейчас продаваемо, да? Модно? Новенькое. Вот посмотри, на Алиэкспрессе почем продают такие сковороды. Да. Здравствуйте. Что ты уже воруешь? Друзья, посмотрите, сколько монет. Обалдеть. А сколько тут килограмм? Ну, за пятерку отдал. А. И эти, да? Рублевые. Иностранщин. Друзья, кому интересно, сразу пишите. А тут что? Ничего, пакет. Слышите, а интересно, вот эти приносят, люди их перебирают или нет? Вот эти. Ну, по виду как. Все говорят, что не перебирают. Понятно. Новая Yamaha T-Max 2024 года. 20 тысяч долларов. Куколка. И она 500. Это ж свежак. 500. 2001. А бэушная стоит в Одессе. Мейчел. Германия. Да? Это король среди Макс и скутера. Макс. 20. А, тут гранулы. Ага, я понял. Я думаю, чем... Не, просто говорю, что это ж уже 2001. Нет, ну я вообще говорю. Я не обещал, что сейчас от 70. Лопатка, я даже не думал, что серебряная. Есть клеймышки? 870. А где? Вот здесь. А, угу. Вот. Думал. Монетки вот эти. А эти почем сейчас нынче? Ну, вы знаете, по 70. Дядя, я часов нет. А вот смотри. А ну, глянь вот эти. Вот смотри. Вот монетки. Вот это 400 гривен. Штука? Вот то весь набор. А, весь набор 400, да? Да. Ребята, на барахолке вообще никого нет. Вообще просто жопа жопная, блин. Охренеть можно. Ничего не купил. О, вот это. 100 человек стоит. Что у меня? Ой. В общем, трындец, что творится. Вообще ни людей, ни товара, ни продаж. Вон все собираются. Это 11 часов, 11:30, и все уезжают.